нас 26 июня. Вот мы возле Игоря Барабаша. Ставят кун для погрузки кирпича всякого бута. Шпринты вставляют сейчас. Дальше еще. Бригада. Это такой фильм «Адские водители». Мы нанимали на работу, ну, допустим, надо там 30 машин, а он нанимает 20, остальное себе. Не надо огромной скорости, чтобы возили. Ну, он гонит, он говорит, а если за поворот? Он говорит, а может, и кого там и нету. А там коровы, он прямо туда в это заезжает. «Адские водители» называется. Страшно смотреть даже. Еще мало там между собой у них, кому этот золотой приз достается. Деньги-то большие. И они где-то что-то горные породы возили или еще. Ну, на такой скорости адские водители. Ну, у нас христианские водители. Иди, смотри. Он сам заправляет, подъедет. Ваня, грузи! Ломики грузи! Ваня, Ваня, ты куда? Ломики грузи туда! А чего вы сюда-то не началось? А чего вы сюда-то не хотите? Ну, ты полезешь туда, лезь. Нет, почему? Ну где, куда? Это не, не движется. А что? А если в кузов? В кузов есть. Ну, сними, может, туда. Можешь канистры в кузов загрузить, да и все, чего? Давайте. Говорит, кузов загрузить. Стерентием сядете, стерентием. Стерентием садитесь. Стерентием. А мне туда? Здесь. Залазь. Давай быстрее залазь. Оттуда доедешь, я сюда.
Это иероглифы. Там проедешь немного, остановишься, я тоже сяду. Я засниму вас. Конечно, с вами. Держи. О, давай. Дядя Владя сможет? За рулем. Ваня, уйди оттуда, сзади уйди. Лучше туда. А что с ними будет? Восьмую втыкай, восьмую! А у него сколько передач? Да четыре. Четыре. Хоть до места доедем, нет, на нем. Роман ее ремонтировал, так и, видимо, до конца так и не смог ее осилить. Она уже все, видимо, уже все. Почти отработала. Роман, восьмую втыкай! Восьмую! Он серьезно, тут с шутками. Колесо спустило, да? Немного есть. Так, это, Ваня, держи. Я слезу сейчас, подашь. Утреннее. Снимай. Роман, а что вы делаете сейчас? Кольцочек? А колесо, спущенное кольцо. Ага. А, внутреннее колесо. Что делать? Колесо спустило. Такая техника уже старая. Да, сколько она еще может. А что бежит?
вода какая-то. Что там? Колесо спустило. Внутреннее, вон. А что тут течет-то, непонятно. Я как понимаю, вода в кузове была. После дождей, наверное. Грузитесь пока. Мы сейчас их кинули туда. Даю дорогу. Так. Как узнал, что спустил? Ну, Игорь сзади ехал, сказал. Это вот это правое? Да, вот которое правое, да, видите. Вот это пузыри у него. Знаете, Иванович, вот тут вот, это мутнее иногда, у вас там отображается? Отображается. На отображается? Да. Кита, возьми, пожалуйста. Не кричать. Вот это снова. Да? Здесь же у меня свой аппарат. Да, вот так вот бывает. Да, он получше в состоянии. Ну, дизельный, интересно, это переделали уже мотор. Наверное, с трактора поставили. Они-то обычно бензиновые идут. А это слышно, как вот дизель дымит. Самый опасный поворот здесь, по Теряевкино. О, горох уже, видишь, какой вырос. Кто-то его потоптал тут. А она обрызгивали. Опрыскивали. Что сделаешь? Ничего не сделаешь. А этот нанимать не раз, слишком дорогой, Игорь, который летает, он тоже распрыскивает самолетики. Это гречка. Это не Игорь, а Коля. Это не воры, которые... Да, мы из деревни, они в деревне, да? А, ты это едет. У меня Нила, это дочка. Сколько горох-то. Вот мы подъехали к разъезду. Будка стоит у нас. Железнодорожники сидят. Вот из той стороны, где посадка, а там Потеряевка у нас находится. И сейчас на машине подъезжаем за камнем, за бутом. За рулем Терентий, там рядом с Игнатьевым сидится. Какой-то венцов. Вот, ничего себе, массаж. Когда-то здесь жили люди, сейчас никого нет.
это интересно, громада стоит, да? Вон там. Ну только тут вообще было, тут же где-то подземные ходы даже есть. А вот они обрушиваются, да, наверное? Не знаю. Ну там подвал хороший. Мы там лазили по ним, там сотни метров. Да? Раньше, по детству. Ничего себе, не знал даже. А что там было в них? Ну там это система элеваторная, там подземные, видимо, эти были, ну как они, ленточные вот это, подача пшеницы, вот это вот. Я смотрю, там подвал глубокий. Я заглядывал туда немножко. Вон, да, вот они так и не сломали ее, да? Они смогли, они. Из-за арматуры. Говорят, большой бульдозер приходил, хотели сломать, так и не получилось. Дергали, дергали. Если буду писать ванскую точку, все равно. Ты что, стрелял? Нет, представляю себе, как это выглядит. Ты так сказал уверенно, как будто ты всю жизнь в базуке здание разрушал. Нет, только, по крайней мере, камнями там. Так, брат, подержи, я слез. Систему камней, на чем они упираются, возьму камни, все рухнет. Система камней. Ну, помните, как я вчера вам показывал, позавчера показывал. Градиозный банк, давай. Все, давай. Приближайтесь. Вот мы приехали. Сейчас разгружаемся. А кто его знает, где? Его нельзя, вот куда-то. А там, наверное. Только сейчас. Нет. Там еще больше нет? Нет. Вот туда положи. Вон потом грузовой рядом положи, чтобы одно место было. Но если куном будем грузить, тогда не надо никакой подпорки-то будет. Ну да, потом вот это где подпорки-то, можно вот это все собрать. Можно. Куда пошел? Вот сюда положи, вот бузина, вот. Бузина вот. Вот это, возле нее кладите. Я обваливаюсь. Ну что тут? Нет, он что-то. Куда убирает? Игнатьевич, ему надо было не сюда, а туда подъезжать, то он там проще подъезд. Ну опять ходу сделай так. Брат, сюда подъедь, вот сюда, за. Там тебе проще будет. Здесь видишь, неудобно. Да может сюда наоборот, потому что вон убирается она. Нет, нет, я говорю, вон так вот переедь, вон туда вот, вот сюда вот. Тебе легче будет подъехать. Все. У нас нет, борт открывался, а сейчас нет. Братья, это, маячьте ему, чтобы он переехал сюда вот. На эту сторону, вот сюда вот подъехал, чтобы. Надо с той стороны, наверное, где водитель. Не-не, ему да, надо. Вот, ему надо. Давай. Он неправильно приехал, надо было ему прямее брать туда. Ну, ладно. Маленько вперед, дерзай чуть-чуть. О, хорош. Ну все. Поднимайте, кидайте камни. Бери камушки, кидай туда. Так, что, борт? У нас подпорка, а как борт-то теперь сделать? У нас была подпорка, а мы ее не взяли. Ну, а ломик поставить, нет? А для кона-то нет. Нет, тут ломик никак. Давай. Вася, помогите. Я не знаю, как пойдет. Два, если. А не упадет? Ну, по центру все поставим, не упадет. Это очень опасно. Ну-ка, придержи-ка. Она спину переломит. Не, ну туда подлазить-то не надо. Вот так кидать и не подлазить. Голову смотри.
Ну ладно, грузите, берите вот камни. Да? Берем камни, которые сюда бросить будем. Не подходи под сам кузов. Просто вот так издалека кидайте. Вот. Никита предлагает помолиться. Так, минуту. Давайте помолимся, попросим. А когда хун придет, нас пригласят туда вам. Господи, слава тебе. Благослови нас, Владыка. Соделай труд наш полезным и безопасным. Помоги нам, Господи. Умудри. Ты посылаешь добрых помощников. Сохрани нас от всякого рода зла. Даруй нам во всем единомыслие по слову твоему. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Все. Не задевайте ломик, только я боюсь за него. Ты кувалду-то вынес? Нет. Потихоньку кувалду вот это разбить надо. Давайте. Что? Вот это? Да. Давайте. Ну поскорее маленько наклони, то еще поедешь, ты берешь. Тяжелая. Все, а я тут ломик разобью. Руки. Берите отсюда, там есть другие. Дайте быстрее возьми. Вдвоем. Тут кинуть. Ну-ка. Это очень ценный для нас верхний слой. Давайте, парни, страхуем. Игнатий Иванович, заколдованный. Игорь едет. Ну давай, бери. Маленько пошевели поскорее. А что он на рукой-то? И едет, значит, едет. Ему сейчас накидаем камней, поможет разобраться. Так, вот.
Ваня, вы под сам этот борт не подходите, иначе грохнется и все. Ваня, помоги здесь. Где-то, сюда, покорись.